Самых креативных наградят. В преддверии Нового года городская администрация Ленска проводит конкурс на лучшее оформление и украшение фасада зданий. Основная цель акции – создание праздничной атмосферы. Где уже зажглись огни гирлянд, а где только идет подготовка, расскажет Дмитрий Вельчевский. Яркие огни праздничной иллюминации, снежные скульптуры, нарядные красавицы елки. Город начинает готовиться к главному зимнему празднику. Самых активных и старательных городская администрация наградит денежными призами. Мы конкурс проводим ежегодно. Каждый год меняем, добавляем какие-то номинации. Но такие номинации, как лучшее оформление школ, дошкольных учреждений, лучшее оформление предприятий города, объектов торговли. Эти номинации, они остаются. Но мы можем в этом году еще добавим какие-то дополнительные условия. Игорь Боев ежегодно радует горожан своими красочными скульптурами. Участвует в конкурсе и представляет родное предприятие. Какая композиция задумана, мастер держит в строгом секрете до полного ее завершения. Я каждый год пока не сделаю, ничего не говорю. Потому что бывает, что делать начинаешь одно, а потом получается совершенно другое. Лучше пусть это будет сюрпризом. Очень интересно, завлекательно. Сначала тяжело браться, но потом, когда доходит до финала, то есть уже до чего-то доходит, очень интересно и приятно самому смотреть, своих детей водить. И все дети, которые приходят, радуются, взрослые радуются. Очень приятно. Растет ледовый городок и на центральной площади. Вскоре рядом с красавицей елкой, установленной еще к 1 декабря, будет возведена трехметровая ледяная горка. Вот здесь будет горка «Жар-птица». Заказчиком была городская администрация, все это спонсирует «Транснефть». Мы, как самостоятельная бригада, все это делаем. Лед заготавливался на мурье, поэтому он такой имеет красивый голубой оттенок. Вот сюда его привезли на площадь. Сейчас работаем. Наградной фонд и номинации конкурса еще утверждаются городской администрацией. Но, безусловно, всех победителей ждут ценные призы. И они будут заслуженными, ведь участники конкурса дарят горожанам хорошее настроение и приближают главный праздник года. Дмитрий Вельчевский, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».